того, что в следующем ролике, который будет в пятницу, я проверял, и Киви мне не присылала смс-ку, я не успел выложить ролик, который вышел в понедельник. Поэтому задерживается ролик, который я записываю сегодня, в среду. На среду, который вышел сегодня. Зашибись. Так, что, реклам там достаточно? Так, как отлично, сколько рекламы, прям сейчас все проверим. Всем привет, с вами Простак, а сегодня мы проверим рекламы, которые присылаются в уведомлениях. Я кучу раз вам говорил, когда в левом верхнем углу выскакивает баннер, где спрашивают включить, разрешить, либо блокировать уведомления, вы всегда нажимаете блокировать. Я на протяжении месяца нажимал разрешить, и вот у меня теперь высвечивается вот это вот говно. Небольшая вставочка для начала. Если что, я в этом ролике покажу, как отключить эти уведомления, если вдруг вы случайно нажали «Разрешить», и вам выскакивает постоянно навязчивая реклама. Вот, допустим, Оля Москва. Также, возможно, на второй канал я запишу ролик о различии рекламы. Допустим, что, какая реклама будет показываться в РФ, какая будет там, допустим, в Германии, в Америке, и там свои варианты тоже можете потом предлагать. Там много всего интересного, вот. Оно постоянно пополняется. Я сейчас записывал ролик, который выйдет в пятницу, чтобы как можно больше рекламы накопилось, потому что тут не написано сколько, подробно 8. Во-во-во, здесь, короче, их очень много, этих уведомлений, сейчас зайдем посмотрим. Но, как всегда, перед этим заходим в браузер, и вот это вот наш прошлый ролик. Если ты вдруг не смотрел, как снимать вагбан, то вот тут в подсказочках есть ссылочка на него. А чтобы не пропускать ролики, подписывайся на канал. А если ты это сделал давным-давно, то отмени подписочку с колокольчиком и заново поставь. Потому что я заметил, многие жалуются, что им не приходят уведомления. И там что-то YouTube шаманит. И я не знаю, как это работает, но да. Так, но перед тем, как мы пойдем проверять весь вот этот шлак, который нам приходит, как всегда, о нашем партнере. Ингредиент, который ты ищешь, ломаем все цены, как трекеры. Я выдвигаю свой тезис, надежны бывают не только букмекеры. Нет, это не так, аккаунты ищут тебя. Репутация гранда, поддержка на уровне вау, ты нашел, что искал. Соусбай, это исполняется твоя мечта. Построй свою удачу сам, по ссылке ниже. А по моему промокоду «Проверка» ты получишь 150 бонусных рублей на покупку любой игры. Ваш баланс увеличен. Снимите 313 тысяч рублей. Вау. Здесь, кстати, можно Details нажать и Remove Ads. Мне интересно, если я Remove Ads нажму, меня просто перекинет в Google. Да. Да. Ага. Так, кстати, в следующем ролике я покажу кое-что очень интересное с ВКонтакте. Ну, там картинки очень интересные. Ну, короче, ждите пятницу, выйдет ролик, будет интересно. Перед тем, как я открою сейчас... Ну, давайте вот, допустим, откроем вот так... подробно. Вон сколько рекламы. А, блин, здесь только что была кнопочка типа это, больше уведомлений. Я, значит, сейчас полтора часа сидел, записывал ролики и до этого ждал, чтобы ко мне пришло как можно больше рекламы. А оно не приходит? Ты чё, па***? Ты чё, па***ть? Оля, Москва, тебе одиноко? Так, а если перейти? Куда нас перекинет? Оля. О-ля-ля, о-ля-ля. Конечно же, нажимаем разрешить. Если что, это все будет заблюрено. Давайте так, 5000 лайков. Ну ладно, не, 5000 много. Такой ролик навряд ли кто-то будет смотреть. Да, этот ролик необычный. И поэтому он не будет появляться у людей, которые не смотрят мои ролики. Он максимум может появляться в рекомендациях. Так что я буду очень рад, если вы поставите лайк, скинете этот ролик друзьям, потому что это веселый ролик. И мне очень трудно будет без поддержки. Потому что этот ролик никто не посмотрит. Так, давайте мне 25... А, от 25 лет. Ну, мне 23, но давайте это. Я... А? Ищу... А, не, все нормально. Продолжить. партнерши. И нужно зарегистрироваться на данном сайте. Ну, базара ноль, давайте зайдем. А, кстати, совсем забыл. Зайдем ВКонтакте. Я в одном из роликов просил скинуть вот такие же сайты, где блокировать написано. Ролик вышел. Переходите, смотрите. Я просил вас скинуть сайты с уведомлениями. И огромное спасибо Максиму, который скинул. Он был единственный, кто это скинул. Вот видите, вот такую штуку. Максим, большое спасибо, и очень жаль, что больше никто не откликнулся и не помог мне. Я нажимаю «Разрешить», вы всегда нажимаете «Блокировать». А куда переходим? «Разрешить».
Я везде нажму разрешить, вы всегда нажимаете блокировать. А, ядрите, оно просто будет по тайм. О-хо-хо-хо. Так, когда черный экран, впереди будет порнуха. Я знаю. А, нет. А, она просто будет нон-стопом меня кидать с одной на другую. Давайте так, смотрите. Я еще тоже в самом начале хотел это сделать. Открываем настройки. Заходим вот сюда. Так, все, возвращаемся сюда. Я записал небольшой в начало. Ну, вы явно видели. Так, заходим в настройки сайтов, уведомления. И вот, смотрите, сколько у меня здесь разрешить. Вот они, вот это все разрешено. Кстати, а что-то я думал побольше будет. Я просто вот сейчас нажимаю разрешить. А вот сайты-то появляются вроде как. Я в самом низу сейчас. И вот они по чуть-чуть появляются, но это одно и то же почти. Ох, сейчас будет куча рекламы. О, World of Tanks, ну ёпта. Ну, Wargaming. Ядрить сколько? А-а-а. Во, больше уведомлений. А! Ладно, оно закрылось просто. Я думал, там откроется. Мне заинтересовало... Так, нет, не верт. Меня заинтересовало... Во, памяти компьютера недостаточно. Смотрите, срочно очистите ПК. Так, more 5C. Так, нажимаем на рекламу. Мне очень интересно, куда это перекинет. Окей, мы давайте. Почти у цели. Нажмите установить, а затем установить расширение. Вы почти у цели. Нажмите установить, а затем установить расширение. Вип-серч! Что я наделал? Так, ладно, этот ролик будет очень интересный. Не знаю, давайте еще чуть-чуть покликаем. Так, мы в не зарегистрировались. Как всегда, заходим на мою почту. Так, это моя почта, с которой я постоянно проверяю недохакеров. Копируем ее. Вставляем вот сюда. Пароль. Вот этот не жалко. А, его даже не скрывают. А, все равно экран заблюрен. А ну что, реально рабочая? А, ну мы просто зарегались на сайте. Вот это очень интересно. Костян, приблизься на вот это. Сними блюр, пожалуйста. У нас вот столько этих уведомлений. Погнали смотреть дальше. Так, открываем подробно. Смотрим. Ядрить. Этот сайт обновлен в фоновом режиме. Так. Поливаем проросшие огурцы, разбавляем молоком. Очень интересно. Сначала у нас был контент для... Я даже не знаю, какого возраста, потому что это больше интересно не 25-летним, а 13-летним. Это уже у нас бабушки зашли и случайно нажали разрешить. Вот такие сайты вам будут, если бабушка нажала разрешить. У меня так же было. Окей. Погнали дальше. Хочешь? Хочу. Давай. Так, и что делать надо? Мне неинтересна история Ольги. Дайте мне денег. Как присоединиться к платформе? Там мне интересно. Во, подать заявку. О-хо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 . Здорово. Так, Иван Иванов. Отрываемся сегодня по полной, вообще. А, вот здесь уже моя почта есть. Так, номер телефона, который нужно будет скрыть. Чего? У меня комп просто вылетел. Так, я даю согласие, и я начинаю зарабатывать. Начните. Поехали. Поехали, блядь. О, какая секретарща. Так, после звонка... Ну что, реально кто-то позвонит? Не, я трубку не беру. Ну, блин, вот эти новости, они не такие интересны. Это неинтересно. Погнали дальше. Что еще есть? Так, во-первых, тут новое сообщение у нас. Здрасте. Я хочу ответить. Но надо стать випом. Это платно. Окей. Так уж и быть. Ничего не сделаю. Вот тут что-то на непонятном мне языке. Давайте, я даже хочу... Принтскрина у меня нету, я забыл. Мне просто очень интересно, что это за язык. Я вот это вот копирую. Мне просто вот очень интересно. Первых 5 это реклама. Вип-серч. Нет, мне нужно авто... Определение. Он мне говорит, что это английский. А, но он нижний. Не, чел. Ну окей, давай вот так вот. Мы скопировали. А, во, закрыть. Давай еще раз сюда закинем. Автоопределение встает, но он считает, что это русский язык. И он не знает, что это за язык. Не знаю. Тогда давайте перейдем, посмотрим, что там. Так, сюда переходим. Газпром откроем. И тебя откроем. Вот что это? На каком-то непонятном языке. Что за сайт? Да. Блин, я думал, там опять какая-то порнуха, а это Алиэкспресс. А, Гербест? Гербест? Серьезно? Так, Wargaming. Конечно же, играть бесплатно. Что у нас здесь? Опять это, как ее, Газпромовская. И это Газпромовская, неинтересно. Так, это у нас какие-то новости, я так понимаю. Газпром, это дальше новости, Газпром. Тут у нас интересные вещи в Телеграме.
Здрасте, здрасте. Пальчик в попу, пальчик в попу. Так, ясно, что там дальше, какая еще есть реклама? Ух, Костян, тебе блюрить, пи***ц, сколько всего. Но тут все одно и то же, получается, новость. У нас получается что-то связано с 18+, потом Газпром, какие-то новости, какие-то это, для бабушек полива. Новости, опять Газпром, о, заработай, пошли попробуем заработать. А, ну нам еще Гербест выскать, о, здорово, чувак. Ну, короче, это этот, Абрамович, но я не хочу этот ролик проверять, потому что он очень старый, очень такой себе муторный, я не хочу с этим разбираться. О, вот это порнуха 100%. Нажимаем разрешить, сейчас все будет. Я думал, порнуха, это, опять розыгрыш от Моргенштерна. Так, открыли. Ой, каким-то образом мы заработали 3000. Да, да, да. А вы как хотели? Мы в очереди вторые. Давай это откроем. А мы каждую рекламу будем открывать просто по очереди. Одно и то же открывается. Опять Газпром. Мы уже это все сделали. Опять регистрация. Так, следующую рекламку, пожалуйста. А, что мы, подождите, мы здесь еще не закончили. Где? Так, это не то. Во, Анастасия. А, давайте так, кстати. Проведем интерактивчик. Как всегда, не в начале ролика. Ух, 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 сколько рекламы вылетело. Я напоминаю, все, кто участвует в интерактиве, автоматически участвуют в розыгрыше. И это значит, что вот эти три человечка, они написали в прошлом ролике интерактив, они подписаны, они молодцы. И они участвуют в следующем розыгрыше, который будет в конце месяца. Я соберу всех победителей со всех роликов и выберу одного или двух. Все будет зависеть от того, сколько человек на стриме будет, какая ваша активность будет. Если будет все супер, то я, возможно, двух выберу. И эти люди пишут ту игру, которую они захотят, а я им отправляю ключик с ней. Они захотели GTA 5, я купил ключик и отправил их им. Все очень честно, будет максимально прозрачно. Все на стриме. А интерактивом данного ролика будет... Пиши в комментариях, у тебя когда-нибудь всплывала такая реклама? Ты, может, случайно нажал «разрешить», либо бабушке там дал, маме посидеть за компьютером, младшему брату, он нажал «разрешить», там, не знаю, на какой-нибудь сайт с модами на Майнкрафт зашел, а там порнуха. Случайно оказалось. И вот пиши, были ли у тебя такие случаи, и, пожалуйста, ни одно слово там, допустим. Да, нет. А напиши небольшую историю. Я напоминаю, что помимо трех победителей, я также показываю 12 интересных комментариев в начале ролика. Так что, если ты вдруг не победил, то хотя бы, да, 12 первых можешь попасть. У меня как-то было, что, да, я ставил компьютер, сам уехал в другой город. Бабушка села за компьютер и, естественно, нажала разрешить. У меня брат подходит, просто вот весь этот бар забит рекламой. Я не знаю, это ужас был. Но мы там быстро решили вопрос. Ну что? Интерактив провели? Возвращаемся. Ну, Wargaming, Wargaming, Wargaming. Опять с питбулем. Новости. Опа. А это интересно. Хочешь? Хочу. Так, хочешь? Хочу. О, новое сообщение от какой-то Ланы. Только зарегистрировался на сайте, а уже вон сколько девушек написали. Так, это нам неинтересно. Вот давайте еще откроем. Получается, я на протяжении месяца нажимал на все разрешить. Мужикам знать обязательно. Я ж мужик. Я должен это знать обязательно. Так, пишет Ксения из города Москва. А, это этот. Лекарства нам предлагают. 8 на это, да. Это то же самое, да? Тут что-то с Волочковой какие-то новости. Пока немножко успокоилась. Мы все закрыли. Сейчас будут приходить новые. Позакрываем тогда однотипные, чтобы остались только одни. Давайте, Газпром. Вот нам перезвонят. Новости. Ф***ап. Может, какая-нибудь поинтереснее там картинку будет, а то я... Раздень меня. Костян, приблизь, пожалуйста. Это потом в телегу надо просто выкладывать. Не, ну это пи***ц какой-то. Ёп, Газпром. А, ну это то же самое. Ну, давайте сюда кинем. Ага. Угу. Разрешить, конечно же. Газпром опять. Новости. Газпром. Новости. Новости уже были открыты. Да, у мужа. Так, новости. Погнали открывать теперь новое. Сейчас мы здесь опять все пооткрываем. Ну, честно говоря, что-то я думал, больше будет интересней. Это мы видели, это мы видели, это мы видели. П***ть, а чё? Так хорошо начинали, и что-то кончилось все. А, World of Tanks и World of Warships. Ясненько. Там пооткрывалось новое. Чё, все? Не, ну реально, прям так жестко, классно начинали, и все. О! Опять те же самые новости. Блин, жалко, я думал, что за час, пока я записываю, он мне оставит уведомление. Уведомление делится на 4 типа.
это новостные, разводы типа Газпрома, Квантум что-то там, коробочки те же самые. Почему-то нам появляется Гербест, причем с достаточно странной рекламой, так, разрешить, достаточно странной рекламы, где там очень вызывающе выглядит женщина. Дальше идет World of Tanks и World of Warships, ну это получается, вот, вот это Гербест реклама. Wargaming у нас рекламируется. Потом выскакивают всякие 18+, это вот, допустим, тут какие-то Telegram какой-то есть, и сайт, не буду называть его. Также, помимо всего того, что было, еще есть один тип. Это какие-то посты на каких-то непонятных сайтах. Здесь, допустим, нам рассказывают про интересные таблеточки, которые помогают 18+. И также есть история о собаке. Мейловская штука. Вот такие типы рекламы вам будут выскакивать, если вдруг вы нажали «разрешить». А, ну еще, кстати, да, я где-то закрыл. Там были тоже такие же посты, только с бабушкиными рецептами и всем подобным. Видите, тут больше нет ничего интересного. Они уже дублируются по два раза. Так что, я думаю, нет смысла больше ждать. Так, а теперь давайте разбираться, как это убрать. Вы можете включить, допустим, «не беспокоить». Но это настолько костыльно, вам вот эти уведомления не просто не будут показываться, но они будут приходить. Также вы можете нажать «Управление уведомлениями», выбрать сюда и просто выключить гугловские уведомления. И вам не будут приходить уведомления, вот, давайте я включил, и уведомлений больше нету, они не приходят больше. А также, чтобы 100% тебе никогда не приходили это уведомление, ты можешь зайти сюда, открыть на три точки «Настройки». Я рассказываю именно про Google Chrome, в других браузерах я точно не знаю, как это делать. Здесь мы заходим в уведомления, настройки сайтов, вот тут уведомления. И вот эти все сайты, что у нас торчат, мы берем и удаляем все по очереди. Да, это муторно, да, это долго. Возможно, здесь где-то будет ВКонтакте, если вам присылают он уведомление. Иногда это действительно поможет. Но зачастую это просто штука, которая вредит, и я всегда советую нажимать «блокировать». Я совсем не прочитал. Короче, из вкладки «разрешить» вы можете перенести ее в «блокировать». Вот так вот. Так намного быстрее, вы просто кликаете в одно место и заносите все, что вы добавили, в «блокировать». И тогда вам точно никогда это не высветится. И даже если высвечиваться будет вот это «разрешить», оно видит, что у вас заблокировано. Google видит, что это заблокировано, Chrome. Я тут 5 минут рассказываю, а у меня камера не записывалась. Но в любом случае, самое главное должно было происходило на экране. Я там не особо важен был в кадре. Поэтому нажимайте «блокировать», 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 «блокировать». Так вот, если вам даже вдруг будет появляться окошко с «разрешить» либо «блокировать», Chrome видит, что вы заблокировали похожий сайт, и он его будет пропускать и аналогично блокировать. Теперь, получается, смотрите, мы отключили уведомления от Google Chrome, мы внесли все, что было разрешено в блокировать, и еще одна степень защиты, это вот тут галочку мы убираем, и теперь у вас никогда сайты не будут запрашивать разрешение на рекламу, на уведомления. Именно на уведомления. Тогда у вас точно никогда не высветится вот это «разрешить». Надеюсь, это было кому-то интересно, важно и понятно. Мне, в принципе, писали, просили про это рассказать. Вот, держите. На этом тогда будем заканчивать. Как всегда, пишите слово «конец», чтобы я показал вас в конце ролика. Потому что все, кто участвует в интерактиве, там очень много людей, и они не все попадают в интерактив. А если вы пишете слово «конец», я лайкну ваш комментарий и покажу вот здесь. Я очень прошу, ребят, пожалуйста, если вам не трудно, поддержите этот ролик, потому что он необычный. Его не будет продвигать YouTube, и мне нужна ваша поддержка. Отправьте этот ролик другу, либо, не знаю, посмотрите второй раз, лайкните, напишите комментарий. Я буду очень рад, если вы это сделаете. Ну и те, кто смотрит до конца, ребят, вы всегда самые лучшие, я вас обожаю. 15 минут ролика посмотреть — это намного лучше, чем написать один комментарий, либо поставить лайк. Да. Как всегда, пишите слово «конец». Ролики выходят каждый понедельник. Ой, какой понедельник. Ролики выходят каждый вторник, пятницу и воскресенье. Приходите еще, ставьте уведомления, а в описании по ссылочке есть рассылочки. А, ну да, конец.